Нет, ну а чё, брендовые вещи, чтобы выглядеть как дудь. Ну, чё, улучшается настроение? Видите, ценники все. То есть оделся тут и, так сказать, кошелек у тебя опустел изрядно. Я тут не понимаю, конечно, куртка для сноуборда. Что, на ней написано, что ли? Все это атрибут некой крутости. Но вот представьте себе, что я такой в таком брендовом спортивном костюме такой. По швейцарским, значит, снегам. На лыжах или сноуборде. Вот супер. Я иду кидать коньки. Не выкидывай мои брендовые коньки. О, какой кургузы пиджачишка. Пиджачишка на мне драный. Та-та-та-та-та-та-та.